Сегодняшний день для нас барометр по области. Отдельные районы до 30 градусов минус. У вас 20 градусов практически по району и в городе. Как обстоят дела в первую очередь с подачей тепла и стабильностью обеспечения теплом жителей? Уже после того, как мы вошли в отопительный сезон, были 3 локальных аварии, которые привели к завоздушению системы отопления, да, вами дано поручение в кратчайшие сроки локализовать данную проблему. Да. Был создан оперативный штаб, да, вошли и представители министерств, правительства Саратовской области, главе Степина Шихалова. Наши специалисты были приглашены, многородные специалисты. Была разработана дорожная карта по устранению данной проблемы. И вся эта дорожная карта – это, ну, так, перечень, замена насосного оборудования ЦТП. По идее, 17, должно быть, 16 уже заменили, остался одна, просто погода по условию сегодня несколько нежелательно сегодня это делать. 16 произведены замены насосной группы, установлены в отдельных ЦТП сепараторы для удаления воздуха, закуплены необходимое количество воздуха из тростников. Они я знаю, насколько и чувствую, вы погружены в эту тему. Это очень хорошо. Значит, решение в самое ближайшее время все это должно быть завершено или найдено конкретно техническое решение, которое вот при таком большом количестве мероприятий должно, конечно, дать ту стабильность. И, наверное, стабильность не только в подаче тепла, но стабильность в вере жителей, что какая бы ни возникала проблема, специалисты, которые управляют на ТЭЦ или на других участках, которые являются и впадают в зону чрезвычайной ситуации, они должны оперативно быть локализованы. Вот это главная задача.